Всем привет, друзья! Сегодня покажем вам, как сделать надежную подложку для яростного торта своими руками. Мы используем такие подложки для всех свадебных тортов. Они позволяют надежно закрепить центральную ось, что обеспечит безопасную транспортировку торта. Для начала нам понадобится пеноплекс. Купить его можно в строительном магазине. В нашем городе продают оранжевый и серый. Оранжевый лучше не использовать, так как когда будем декорировать бок пеноплекса лентой, оранжевый цвет будет просвечиваться сквозь ленту. Также нам нужна основная подложка с отверстием по центру. Это ламинированные подложки из ДВП, купить их можно в кондитерском магазине. Мы заказываем их отдельного, нужного нам размера и уже с проделанным отверстием по центру и с нашими данными. Толщину используем 3,5 мм. Берем лист пеноплекса и обводим контур подложки. Затем с помощью острого канцелярского ножа вырезаем ровный круг. Стараемся сделать так, чтобы край был не под наклоном, иначе будет тяжело потом клеить ленту. Толщина пеноплекса у нас соответствует толщине ленты. В данном случае мы используем 4 см. Такой размер используем как для двухъярусных, так и для пятиярусных тортов. Диаметр подложки обычно используем на 10-16 см больше диаметра нижнего яруса. То есть, если нижний ярус у нас 24 сантиметра, то подложку используем 34-40 сантиметров. Но это уже то, как кому нравится. Еще раз подкладываем подложку, чтобы убедиться, что все ровно обрезали. Затем нужно склеить пеноплекс и подложку из ДВП. Удобнее всего использовать двухсторонний скотч. Прикладываем подложку и прижимаем. Затем нужно обрезать ножом все лишнее. Центральную ось также подготавливаем заранее. Размер оси и подробную сборку яростного торта можете посмотреть на нашем канале. Ссылка будет в описании под видео. Боковушку пеноплекса мы декорируем с помощью атласной ленты. Это мы делаем в самом конце, когда торт уже полностью готов, а подложка очищена. Можно ленту клеить и сразу, но тогда есть вероятность испачкать подложку в процессе работы. Приклеиваем ленту на двухсторонний скотч. Вот так по кругу клеим скотч, а затем прикладываем ленту. По необходимости можно нанести несколько слоев ленты. Также можно приклеивать на жидкий клей пистолетом, но его использовать не так удобно, как скотч. Вот таким образом выглядят торты на таких подложках. Цвет ленты подбираем под торт, но, к сожалению, не всегда получается купить ленту нужного нам оттенка и используем уже то, что есть. Надеемся, наше видео было полезным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а мы будем готовить для вас следующие полезные ролики. До новых встреч!